За слаг. Ну. Не так дышит, короче, поэтому мы им кидаем ГП. Кто не так дышит? Блять, у свята со свет, ёбаный в рот. Ну, блядь, Не, тело он надо такой. где-то искать срочно. Ну, а кого брать-то, Слава. блядь? Ну, вон там вар... А, в каре. Эйгюни там есть. Лок Вон, сделал. Ретрик 258. Эйгюни. Он в ПВП. Ретрик. Если на береге древних. Лок сделал, панкиус. Муатай, короче, который. Хпал Ретрик он. У него в Долоране написано он. Сейчас напишу. А, проще попасть. Эйгюни, это кто? Лок. Он с нами играл. Когда-то. Эсса. Это Иса. Эсса, шаман. Эсса точно с нами играл. С лиги, по-моему. Ну, лог больше даст, чем паладин. Чё это делать не могу? АУЕ. В АУЕ-то паладин скорее больше даст. Только снять. Нам бы рарника сюда. Нихуя. Просто. Рарник прям наш талисман. Он прям расслабился. Собравшая, мы расслабился. И пошло все нахер. Обязательно, да? Нужен рарник. Без рарника ничего не проходит, ебать. Мы сколько вайпались в каре, нахуй, Гери. Потом пришел рарник, сразу все с первого раза почти прошли. Я удивлен, что он шеем сделал, даже не пвпшит. Он попашет, но он на БГ. Ну такое. Да, вот и потроили. Ну что, шэм по. Ну вот, короче, меня и свято завтра не будет. Ну кому-то БГшки хотя, нравится. Может, нет, я буду, но не скоро. У нас завтра пожарная проверка. А Буребек что у нас? Нет, нет. Мы будем целый час... Короче, успеваться на время, короче. Войд, у меня есть знакомый ДК танк. Он там с одной крупной гильдии ушел. Звать, не звать. Ну, договариваться нет. Сюда в рейд? А, ну, на постоянку? Да. Да, зови. Да, как мейном. Зови, зови. Если КД нет, у него, может, сейчас пойдет. Охуенно. Сейчас вот его пока что того, нет, а я с ним чувак, просто конечно. Поговорю, что если он хочет в гильдию вступить на постоянном основе. Просто я спрашиваю, нужен ли танк, вот он чисто... Да, да, ну я же не всю жизнь танчить буду, я охуею, блядь. Войд совой любит ловить больше. Духов, да? Ну да, раньше танком больше любил, сейчас совой больше любит. Да я, блядь, фуриком играл. Ну правильно, моя бить, моя крушить. Да, вообще похуй, no brain, блядь. Мозгов не надо нихуя. Так, 24 так, что ли у кого-то чарка была? Фарла? Такая, спец чар? По двух чар. Ну у да, меня зачарено. Я посмотрел, она тебе 900 маны дала. Нахуй бы фласки тогда давай. Взяли. Давайте это 24 тратить, пока нету никаких известий, блядь. Заходите, кто там. Топовые фласки капают, блядь. Поток чар за трай леди 4000 маны мне нарегенил. Обалдеть. 4000, а тут 900 написано. Это на трэше. А, это трэш, блядь, точняк. Подходи, дримботок, ты где там? Фарла. 400, ну нормально, слушай. Ну. Это на всю пати работает, хилов. А это я чисто понял, на пати, не на рейд, это да? Круто. Считай 20 тысяч маны это всем ебать, хилам. Прикинь, у 5 хилов. Да, если... Это типа, 5 арканов. Хила, это ебать двадцатка. Это 5 арканов в пачку и пускай они. Вы там трэш в ромбике быстро заливаете? Да не особо. Значит, кто-то не бьет. Слушай, Фарлыч, а смотри, можно вторую пушку выбить?
и с двумя пушками ходить. Манозатратные, скажем, боссы долгие, да, переодеваешь, скажем, на эту чарку, а где обычные, там, на СПДшную. Как вариант, да, да, как вариант, в принципе. Я вот сижу сейчас, думаю, если второй топор выпадет, давай ролить его, вот. Да, давай, но как раз чарку можно сделать, и как раз для вот таких вот шопных боссов. Дримботок, ты где? У меня, в принципе, если что, прилив есть, а так... Да, в принципе, можно. Сори, чайник сейчас. Слушай, там, походу, у этой чарки есть какой-то радиус действия, потому что ты восполнил 400, а вот кто с тобой в пати были, они восполнили 3700. Вполне возможно, что они кастовали меньше, или там им напрокало меньше. Так нет, это ты же, типа, кастуешь, а твоих же кастов нет, это нет, работает. Нет, нет, от их, каждому персонажу работает от его кастов. Ну, кто самые такие шаманы, которые нон-стоперы, да, холипалы нон-стоперы, ну и друид, который постоянно все хотает, да. А престам вообще это невыгодно. Воды дохуя говорят. Ну да, ДЦ сидит и нихуя не делает. Они щиты пока докидают. Не, ну он сидит, делает, но там... Ну, пятерым, что ли, делает? Как думаешь, это, ну, такое? Двух чарок он стакается? Да, да, 2-3 чарки на рейд, вообще огонь работает. А, ну... Все, ебать, мне уже зачарился. Ну, Фокси из гильдии дала ранность от себе. Бэд Фокс. Можно хоть на весь рейд зачарить, но она работает на пати. Дримботок, ты тут? Дрим-бит, понятно. Дримботок, давай, бля, быстрее. Сука. О, можно я тогда в хила, там, не знаю. А в ДД кого, блядь? Не, нельзя. Вот Мэнд Фокс. Не, а, я хилов, пытаюсь, там... Блядь, там у нас... Не-не. У меня есть там бомжовый. Да пиздец. Дримботок, сука. Пизда, бля. Ну чё это за хуйня, нахуй? Ёбаный покос, блядь. Хуярим его всё в 10 FPM. Я еще звонить начну, нахуй. Телега нужна. Сразу можно хорошо позвонить. Единственное, телега, чем хреновая, там вот этот никнейм, не как в DC, да, отдельно поменял, там все будут, то есть надо долго сидеть, понимать, кто сидит. 5 минут ожидания Гримботока 100 гп. Сейчас он приходит, так у него просто 1 000 000 гп. Просто, да. Просто в ноль, то есть не в ноль, а в минус. Я не видел, чтобы он что-то писал, блядь. Жуй болт есть. Ага, блядь. Жуй, да. Ебать. Ставлю рыбу еще раз. Мэтт Фокс, жри. Там ты контроль подстраховочный. Там на трех совах назначен уже контроль. А, пожрал, молодец.
Тогда чек на пул. Что с духами делать, помнишь? Два наскаки, Лия. Фарла. Фаррис можете на Фрост, чтобы на второй фазе сдавать вам под костюм. Блять, вы заебете, блять. Немножко. Так хуй когда чё убьёшь нахуй, если так отходить, блять, а вкашить. Да, 24. Фарла, два носка нахуй. Два носка есть, синтека нет. Синтек есть, фарла нет. Все готовы, да ну нахуй. А ты её чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Да ёбаный в рот, мудак, нахуй. Контроль 2 секунды. Хорош. Ушатали, да? Угу. Это Фокс, резай его. Фир жми, видишь, что дураки на тебя бегут, хотя бы фир нажми. Там сова в нёк установила. А, понятно. Помогите в кружке, нахуй, алло. РДД. Два ШП, ПС, Шелфир в кружке, помогаем. У нас минус один ДД, минус милик. Тут мобы сейчас бесконечные будут, нахуй. Холи пау, ну зачем ты это делаешь? Сука, бля, никто не контролит. Он бабл нажал, хотел контролиться. Помогайте, моб нахуй перерождается уже, блядь. Дайте сюда ОЕ, пока не читы не навешали. Вот фанатики тут. Контролем. Бидон, нахуй, смотри, Геру дает. Хуярит, пацан. Концвел второго тоже забафал, блядь. Что-то, блядь, то ли мы по леди мало даем, то ли чё, нахуй. Вон мобы недобитые, ну задотайте их. Еще пачку пьем. %15. Ну, еще будем стопать, хули. А вы ешьте трэш. Главное духов не хлопнуть на второй. До ляма босса подбиваем. Перевести не успеем. 10 секунд трэш. До ляма подбиваем аккуратненько. Только, сука, дотами не переведите. Вот еще пол ляма и стопайте. Трэш 3 секунды. 7-6%. Все, 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 стопайте. Да лучше уже стопнуть. Стопайте. Вот этот трэш заливаем, зергаем и переводим. Уешьте эту хуйню. Контрольте людей. И уже можете задотывать босса потихоньку. Он побежал к боссу. Переводите босса, фулл ДПС по боссу. Мабы. Геро. Спиритс.
Духов видеть вы должны. Бегаем по КД. Духи побежали. Тут это помогает. Почему пошел фир? Контролим людей, фиряем. На пул на Лингрен. Роги, в принципе, вы знаете, как что делать. Равис взорвал духа. Захиливаем рейд на фул. Равис скилил ресы. Бежим от духа. На Лингрена напуливаем. Со льву там дашь, если надо будет, пока не надо. Фулл баф по локу. Бежим от духов. Бежим, прям в леди бежит, сука, бежим нахуй. Там еще второй совуха бежит. Контролим. Контролим, контролим. Совы работаем. Ебать, паладин! Бидон. Давай, вставалку юзай. Захил бидона. Ставь тотем сразу, если есть. Захил бидона. Каску лапа, пристабаб. Все-все, захиливаемся. Просто не ловите, и все. У вас хилы захилят. И хилы тоже внимательно. Вот эти дух возле леди съебались. Вот бежит в другую сторону, нормально. Дайте на ману что-то. На ману этот геншин давай. Если нет, шелфир. Трэш, помогите быстрее уешнуть. Синтек, синтека захильте, сука. Бежим, контроль, расфиряйте. Шелфир на хп дай быстрее, блять, рейд просевший. Хилиу захилить. Быстрее, быстрее, быстрее. Бездема, аккуратно. На полу и на войд. Ну, Роги, я думаю, знаете, да? Бежим возле леди дух. Два духа, сука, бежим, съебываем. Минус бигдем. Этот. Синтек бигдема ресы. На пыл и на войда. Бигдем встанет, его фулбаф. Вставай, фулбаф. Щиток. Трэш на той стороне. Пошли, РДД помогли. Духи бежим. Пошли, помогли, пошли, помогли. Так, дал не зыбку. Контроль пошел. Контроль людей, фиряем, контролем не убить. Блять. Вадикон топу ресы. Как контроль пройдет. Топу ресы и все, играем до упора. А, сука, нихуя полепал. Ну, играем так, 4 хила играем. Топу захил. Блять, ну что ж ты стоишь, призан нахуй, хлопаешь, блять, братан. Играем так. Дух в центре. Призом, блядь. Бежим. Трэш на трэш в кушке. РДД. Повернули глазки, убили трэш. Беги, Фарла, беги, беги, Фарла. Бегайте, бег, контроль, дайте фир этим людям. Они зауешат нас сейчас. А, смотри, нахуй. Spirits. Трэш, помогите. По приверженцу, блядь, дайте милики что-то. Милики, вон, чаржнитесь, блядь. Все, побежали, духи тут. Ну, играем до упора, я не знаю, что получится. Нельзя умирать вообще. Войд найти. Все, сейчас на Лингрена еще раз. Духи со звездочки. Бежим. Трэш в ромбике, бьем. Три хила только. По бидону иннеры все отдайте, все друиды. Дух возле трэша. Контроль, расфиряем. Возле босса, ферните людей. Полидринка захильте. Ну ебаните вы этого моба. Все, миловица слегла. Ложимся нахуй. Ебаная залупа нахуй. Я не понимаю нахуй. Сука. 43%. Да хоть миллион процентов, блядь. А что сейчас, три хила нормально справлялись они? Нет. Там постоянно берет. А, либо от меня. Я до убийства меня брал в контроль после убийства от Фарла. Меня три раза подряд в контроль ебануло. Да, да. Там не прохил был просто. Жабу, пожалуйста, не давайте в контроль. Я еще 5 секунд после контроля в жабе бегал. Либо чистите после контроля, если даете жабу. Меня, я, короче, знаешь, как сейчас духа взорвал? Я вообще сейчас охуел. В меня прилетел блайнд, и в меня врезался дух. Заебись. До этого, как он называется?
Prison, а потом на стресс. На стресс до вайпа хлопнул. Билон, по-моему, уже после стал хлопать. А чё вот эта хуйня, этот... Может, вырубите вот эту хуйню, чтобы в чат не писало защитник, хитрости, вот эту хуйня, чат заебался листать. Бидон, ты после вайпа это стал хлопать? Он вот здесь хлопнул. Ну, после того, как я сказал, или до? Ты сказал после того, как после он упал. У него был вайп. По-моему, так. Да. Бидон на стресс-призм получается. Вроде как. А фарла там нету у тебя? Сейчас посмотрю. Так. Стресс, призен. Да, есть фарла еще. А, ну кайф. Ну, я тебе говорю, прилетел блайнд, и в меня влетел дух. Тут не моя вина никак. Ладно, хорошо, пускай. Откуда только блайнд взялся, я вообще не понимаю. Ну это роги с кошем, видимо. Потому что мне тоже пинок прилетел. Кош скидывайте, ребят, постоянно. Дримботок, получается, вышел. О, Эйя есть. Эйя, ты тут? Заходи в игру, у нас слота не хватает. Дримботок съебался. Надо леди убивать. Зайдешь, нет? А выше маг сидит, этот, в Дэсе, да который как-то ник такой, кривой, я помню, что на Э. Он вылетел куда-то. Ушел из Диса. А вон там приз есть, Мардаун. АФК он. ДЦ. Он в ШП. Рыбу не ставим, вот рыба. Жрём. Инту, пожалуйста. Так, Валкар, на кого кидаешь? Киле на кого? Напишите, на кого кидаете, СС. Я на Рависта, помню, кидал. Так, ты на Рависта. Киле на Вадикона. А Валкар, давай тогда... На Синтека кидай. На Синтека давай. Мордаун тут, Диси. Угу. Ну короче, ебашим нахуй, пока тыква не упадет с головы.
Наденьте мне наебало тыкву, пожалуйста. Да, в натуре, давайте всем тыкву оденем. Думаешь, будешь красивее? Даю отчет. Сосредоточились. Не хлопнем духов, убьем босса. Ну что, законтролить надо. Надеемся на фир престов, фир варов. Вот это с диспетти, вот который в кружке стоит, фанатик, ага. Контролем. Ух. Потом. Я, они там бегают, беснуются нахуй в натуре. В контроле, блядь. Не надо перестан через давать, плохая кнопка. Уешим, уешим, ну помогите в кружке нахуй, ну через фанатика РДДшники, сука. Помогите, блять, алло. Сдиспелите с него, когда будет это. Не убейте, трусы. Мардаунт, у тебя ДПС поменьше, диспель вот с фанатика, блин, за лупу. А босса хуярим. Задотывайте босса по максимуму. Мардаунт в кружке по трэшу играй. Быстрее по трэшу, быстрее босс будете играть. Два хила в контроле. Ой, ебать. Я листа вылетел. Хорошо. Плохо, точнее, ну ладно. По боссу хуярим. До ляма. Мэтфокс трусы? Мэтфокс трусы контролишь. До ляма, давайте сильнее по боссу нахуярьте. Еще 5 секунд побейте это босса. И потом трэш. Все, стоп по боссу, по трэшу фул ДПС. Зергаем трэш. Контролим людей. Все, заберешь еще раз. Все, переводите этого босса. Босс РД переводим. Трэш там добьем. У меня лягушка 20 секунд. Вы хотите диспелить? Диспелите нахуй, сука, маги. 5 сов нахуй. Все. Добивайте трэш, убивайте новые 3 пачку трэша. Че за хуйня, на кого он пошел? У нас травист минус. Да, да. Я знаю, он вылетел. Трэш убейте и играем босса. Геру давайте. И зыбка пошла. Троллим людей. Самое главное, не убейте людей в контроле. Не зауешьте их. Духи новые. Чалфир стоит, кастует, похуй, блядь. Мэтфокс, Рес и Фарла. Гер. Геру уже давно надо было дать. Если КД нету. Ну какой-то... Бля, Мэтфокс нахуй, пришел в рейд хлопать. Значит, Мэтфокс ресай Вадикона, Вадикон ресишь Фарла. Мэтфокс, ускоряйся нахуй. У меня камень не ресай. А, хорошо, не ресай его. Не... Реснул, да? Okay. Я понял. Ну вставай, хули. Ресай Фарла. И дашь ему индер. Захильте Вадикона. Фарла сейчас будет вставать. Не хлопайте духов, сука. Похую, биг дэмэдж хлопает. Фарла сдох, да? Да. Бать. Он так встал сразу сдох. Синтек, Реса и Фарла, блядь. Spirits. Сейчас после духа встану. Spirits. Духи, бежим. Да не доходит, походу. Надо 300 делать, нахуй, наказание. Не доходит до вас никак.
Как у тракториста? Нихуя себе духи, бля. Духи? Вот два возле леди. Съебываю. Побежали. Бежим. Инер есть какой-то? Два носка, молодец. Да пиздец. Банку на манпей. Бежим, бежим. Беги, Фарло, беги, беги, беги. Бежал. Хильте холидринка. Духи. Прям вы... помогайте. Ой-ой-ой. Вот Милики моб стоит, приверженец, на нем щит нахуй, его надо убивать. Роги тоже поприключайтесь, помогайте, блядь, мы же близко от него. Духи, бежим. Вот не хлопали бы, сука, убивали бы нормально нахуй. Духи, бежим. Мистери, раскол прожми. Трэш. Дух, трэш идет. Давайте резче трэш. Новый появляется. Духи, бежим. Мили. По трэшу сыграть. Если есть живой шаман, дай геру для павших. Дух возле трэш. Трэш идет. Бежим. Проклятие снимите. Бать, Фарло, тебя так уверен. Меня Мэтт Фокс отпиздил. Пиздец, я видел, бля. Чпонькаю тень. Нахуя людей лежит слишком? Чё там до берсы? 2 минуты. Не, блядь. Не, ложитесь, всё. Смотрим, кто хлопает. Ложимся, падаем. А чё, или чё, ложим? Так. Блядь, просьба, Фиры, сливайте КД, пожалуйста. Мэтт Фокс, Миловица, Биг Дэмэдж, 2 носка. Кто-то сейчас или Варовский, или... Да, Варовский эфир был. Я хлопнула, но... Там вариков не было, во-первых, во-вторых, я никого не убила, даже себя. Мы уже об этом говорили. Все так говорят. Пав, поменяй меня туда. Я не хочу нахуй дальше это играть. Почему это? Ну потому что у нас 4 совы, блядь, я в контроллер сдаю все кнопки, возможно, я без маны сижу. Но вы такие умные, почему все совы вам должны делать? Не перебивай, я не говорю, что, блядь, совы виноват. Я говорю, что я каждый контроль сдаю какие-то кнопки. У нас 4 совы, одна вылетела. Окей, вопросов нет. Я сижу дальше без маны, блядь. Один бегаю, трэш ебашу из РДД. Не знаю, ну, линкани, блядь, просто урон по трэш. Давай ДПС. Я тупо проебал, блядь. Ну, вот я тупо проебал этого духа. Базара, ну, никто не сдох. Ну, вопросов ну, нет. Ну, смотри, вопрос сейчас обстоит в том, если все так будут относиться, вот, начиная с тебя, если ты говоришь, там, я не хочу, там. Я вот тоже, честно говоря, не хочу, нахуй. Мы тут сидим я для того, чтобы убить этого босса, блядь. Сейчас вылетел ровист. Убить можно было, если бы не хлопнули 5 духов. 5. Не один ты хлопнул, а 5 духов. Вот как только 0 духов хлопнем, так сразу убьем, блядь.
Задача очень простая, блядь. У меня просто нет желания уже. Такое, когда я прихожу тупо, блядь. И... Ну, у меня нет желания играть, блядь, здесь. Здесь это где? Это на леди или вообще в игру? Здесь, это, да, на леди. Мы заходим на леди, блядь, каждый раз одно и то же. Ну, блядь. Я не говорю, что я типа лучше всех. Ну, это знаешь, это как в детстве учишься выговаривать нет. букву R, блядь. Тебе мама заставляет, тебе логопед заставляет, тебе, блядь, говорят, надо как язык, сука, к нёбушку нахуй под кончик языка, что надо выдыхать, и чтобы он р произносил, блядь. И вот ты такой весь не можешь, нахуй. Ну я не хочу, нахуй. И вот и это вытекает в то, что в итоге ты вырастаешь и картавишь, да? Вот так вот как рыба говоришь, нахуй. Не можешь это R выговорить. Чё, вода опять? Ой, не, какая вода? Это открой ДБМ, короче. Потом шпиль, леди, смертный шепот, и там, короче, есть специю предупреждения, когда вас атакует посетительный дух. Ничего. У тебя там галочка стоит. Блять. Сейчас. Куда зайти? ДБМ. ДБМ, ЦЛК, шпиль, леди, смертный шепот, и там, короче, спец предупреждение, когда вас атакует посетительный дух. И там галочку надо поставить. И что, будет там орать? Ну, он, по идее, будет, должен предупреждать, когда вас собирают. Рейда. Он, типа, будет написано, на кого он идет. Да ну нахуй. Я посмотрим. А где он, блядь? Ну, по идее. Нашел? Да нет. Вот не общие предупреждения так, в самом духа. Низу. Самое последнее из общегрупповых предупреждений. Да. Спецпредупреждение, когда вас атакует мстительный дух. Ну, так оно стоит, и что? Что? Там текст можешь написать, типа, беги, дебил, напиши туда. И в середине экрана тебя будет вот эта хуйня высвечивать. Так а нахуя? Вот ты понимаешь факт, что когда он автоатаку наносит, это он уже человека догнал и ударил по нему. И в этот момент взрыв происходит. Нахуя это предупреждение? Он тебе не напишет ДБМ, он тебе метки не поставит, на кого он летит, этот дух ебаный. Если бы ДБМ ставил две метки, нахуй, куда два духа летят, мы бы вообще, блядь, пиздец, нахуй, там ебать. У меня он предупреждает, когда дух выходит. Жрите рыбу, нахуй, духи, блядь. На стресс ты где? Жри тоже. Фулбар даем. Я не хочу. Ну так давайте в обычку ходить, нахуй. Пока все 20 тысяч ДПС не научимся давать, как в Адикон, нахуй. Так в Геру и не пойдем, нахуй. Потому что для нас это игра еще. Может тогда зерганем просто, блядь. Какие ты 20 тысяч говоришь все время, объясни. Который в Адикон дает. Все время 20 тысяч даешь, блядь, говоришь. У нас никто не дает 20 тысяч. Сурка в лучшем случае кто-то, блядь, дает. Единицы, блядь, из РВД. Ну я про него и говорю. Ну а ты про какие-то 20 тысяч говорил? Я не знаю про что-то. Я про сурка говорю. Топа. Вардаунд. Попиздим, давайте, когда убьем, нахуй. Сейчас, ну, не время расслабляться. Все готовы, дают отчет. Давай, последняя гонка. СС есть у кого локи? Еще в КД. Минута КД. Мистери, дашь по рависту. Все, БР от КД шились. Трэш. Два фанатика, помогите, Эрдоле. Пожалуйста, свечитесь, помогайте.
трэш. Бэтфокс, 2 носка ресы. Синтек, ресы, мистери. Трэш добиваем. По боссу сейчас больше играем. Помогите милике, это самое. По боссу побольше играем сейчас. По боссу еще 5 секунд по боссу играем до ляма. Доводим. И уже после этого трэша будем переводить 700 тысяч, там готовьтесь. Контроль дайте. Сейчас вот этих людей законтрольте, не убейте, не умрите. 100 тысяч на боссе, я вижу, блин, я понял, заберешь моба. Не отдала? Нет. Трэш добиваем. Духи появились. Убивайте трэш весь. Велико. Все, просто от духов бегайте и пиздец. Помогите трэш, самое главное, уничтожьте трэш весь. Все, и леди хуя. Духи, бежим. На лестнице идут, съебываем. Контролем людей расфиряйте. Не ауешьте, когда люди, сука, в контроль берутся. Смотрите таймер контроля. ДБМ я вам показываю. Духи, бежим отсюда. Бежим, бежим, два духа бегут на леди. Если не на вас, то бейте спокойно. Spirits. На лестнице и далеко в звезде. Трэш, помогаем, РДД. Ёбаный в рот. Вставалку юза и захилить его. Захилить его. Опылы на воина. Spirits. Шалфир, давай на ману. Дух в милизоне. Бежим. Съебаем. Пиздец, опасно. Расфиряйте, расфиряйте их, они пошотают нас. Расфиряйте их. Быстрее станы им что-то дайте. Блять. Баны в рот, нахуй. Рови стресс. Миловицу. Дух, трэш идет. Трэш. Бежим от босса, духи. Равист, миловицу резай. Миловицу резай. Встанешь там, собаку вызовешь, гимна, ману дашь, там всю хуйню. Если есть. Бежим. Мелизона, бежим. На пылы на Лингрена. Так, побежали, расконтролили людей. Не убейте, не убейте. Обновить по спириту, вихрь. Вадикон, рез из спирита. Последняя попытка. Бежим возле леди дух. Бежим, 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 блять. Рез из спирита и играем, бежим. Спирита захили. Каску лапу приступав обновляем. Лак пороги. Кинул. Контроль расфириваем и бежим от духов. Бежим. Контроль. Это за контроль, пожалуйста. Контрольте. Духи, бежим, два духа съебались от них. Ризан не успел съебаться. Минус 3 нахуй. Играем дальше. Spirits. Трэш помогаем. Играем до упора, блядь. Не хлопаем духа, блядь. Spirits. Духи побежали от леди, съебались. Ледринка, захильте. Лечу, 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 поднимаем. Частицы две повешайте на него, блядь. Нас нехуй хилить. Все, расфиряйте эту хуйню. Фир, 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 дайте. Миликом. Еще время у нас дохуя. Больше нельзя никому падать. Ману себе резайте всеми способами, там гимны на ману, здесь тотемы ставьте. Spirits. Духи побежали от леди, бежим, бежим, там дух рядом. Бежим заранее, блядь.
трэш РДДшники, помогаем, подвожу поближе к трэшу, помогаем, трэш. Помогаем, сука, трэш, милики тоже пошли, переключились. Сука, они сейчас бесконечно будут стоять, пошотаемся. Духи далеко. Контроль даем, расферяйте, не убейте варов. Два нас кусало, блять, там стан какой-то, блять, чтобы не убил вас. Трэш, помогите, блять, вары, нахуй убейте, вот. На ту сторону сейчас идем. Бежим. На полную Лингрену. Один топа, блять, ложный выпад по КД жми, смотри, не умри. Дух съебались возле лестницы. Два духа вокруг леди. Ушли, ушли, бежим нахуй. Все, теперь к стороне трэша идем, помогаем трэш. Духи побежали, бежим, сука, бежим, совы, блядь. Трэш помогли. Дух в леди прям съебались. Меня залагал. Первый, я походу, да, повисли? Вискон, вискон. Бля, хорошая трая, ребята, 40%. Сука, отлагай. А сколько да? До берсы? Две минуты. Мы, по идее, нормально шли. Ну да, только если три тела вот этих призен бы не ебанул, нахуй. Меня духи, наверное, расширили. На форум, что мы ее убили. Там надо... 20% они... Да, могут. Там... Это пока ребут. Там 10 или 20%. Может, под фотошопит кто? Сука. Скрины снимайте, мы убиваем. Вообще-то у босса 20%, если подумать. И если посчитать еще его ману. У нас почти фулл рейд живой. Да. А могло быть еще лучше. Потому что духи бегали в того, кто их не клопает, блядь. Логично. Они раз 6 меня бегали, блядь. Я заебался от них убегать. Я-то там за 3 духа бегал постоянно иногда. Я вам скажу, я заебался в контроле баблы, щиты, МАшки отдавать, крылья и так далее. А, ну это заебись, тоже конечно, весело. Все понятно. Попробуйте все-таки написать там, блядь, этим ГМ туда-сюда. Мало ли проканает. Так-то по математике вроде проходим. А кто-то делал скрин? Диас. Сейчас звоните. Давайте, пожалуйста, Коша его ворота перед контролями. Маленькая проблема. Вот я сейчас чекнул специально. На 3-4 секунде жмется Коша, если ты в МК. Вот просто, ну, он не всегда жмется. Часто я вижу, что вот топ уберет в МК, и топа либо под уворота, либо под кошку. Меня в МК не брало. Не брало. Иногда может он просто кошку нажать. Я свои трай. Я вот вообще за все трай. Да. И причем обычно контроль сразу пролетает. Там даже кошка еще не успевает нажаться. Ой, не топа, спереди. Блин. Куда патч пихать на зеленых духов? Какую папку? Дата.ру. И через ран заходишь.